Всем привет! Подготовили большой сюрприз для владельца автомобиля. Он еще и не видел полного результата. Коротко о том, что было проделано. Начиная с карбонового капота, мы полностью перевосстановили лак на этом капоте. То есть сняли старый лак, сняли клей, так как ребята, которые делали капот, совершили большую ошибку, но в итоге она привела к большим последствиям. С чистого карбона, с сухого, всегда снимается полностью клей, после того, как деталь вынимается из формы, и только потом с ним проходят какие-то определенные действия. Вот ребята этого не сделали, подготовили капот и сразу начали лакировать, соответственно, весь лак просто слазил с капота. Ну и если не снимать клей, таким прозрачным лак не будет и не будет видно так отчетливо плетение волокна. Также восстановили и перекрасили накладку на капот с центральным значком, перекрасили решетку радиаторов, перекрасили нижние решетки, всю машину оклеили пленкой Эвери. Теперь машина стала похожа на такого маленького Халка. Ну, конечно, почему Халк? Здесь плюс 800, если не ошибаюсь, лошадей вместе с закисью. Ну и дальше по проделанной работе перекрасили диски, окантовка браш, то есть открытый алюминий обработан, перекрасили суппорта, немного освежили тормозные диски, перекрасили в черный глянец ручки и зеркала, перекрасили переднюю планку в черный глянец. Также был перекрашен в черный глянец спойлер, он был в цвет кузова, соответственно, было полное восстановление спойлера, снятие первых материалов, ну, соответственно, не до нуля, потому что не было смысла, но в итоге вывели его практически в зеркало. Также перекрасили задний значок, он был хром, теперь черный глянец. Нижняя часть, диффузор, покрашена в матовый цвет. Была еще большая часть доработок. Перелачили фонари, то есть мы сняли полностью старый материал, восстановили повреждения и слегка притонировали. Теперь они выглядят как заводские. Перед оклейкой пленки кузов подготовили, то есть устранили огромное количество сколов, потому что автомобиль нестандартно эксплуатируется. Владелец очень любит заезжать на нем боком, и, соответственно, вся бочина, и левая, и правая, всегда ловит пескоструй. Пескоструй, большие камни, и из-за этого абсолютно весь автомобиль будет посечен. То есть для того, чтобы не перегрунтовывать перед оклейкой пленки, мы каждый скол просто восстанавливали. Частично был восстановлен передний, задний бампер, частично восстановлены были пороги. И теперь владельца ждет абсолютно новый внешний автомобиль. Сегодня он за ним приезжает, как раз посмотрим на его реакцию.